Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, и в этом выпуске мы, конечно же, будем обозревать нового монстра, рандомный гайдит. Сейчас посмотрим, на кого же он у нас выпадет. Поможет нам в этом, конечно же, наш старый добрый сайт рандомов монстров, по-прежнему 81, и сейчас мы попытаемся... О, 80! Прикольно, стабильно первородка, да. 80 у нас еще, я так понимаю, не было, и сейчас посмотрим, по-моему, не было, да. Это один из предпоследних монстров. Так, сейчас перейдем. Говноруду сейчас какую-то дадут, естественно. Итак, сейчас посмотрим, что у нас там интересного, да, выпадет. О, ну, конечно же, не руна, получи свиток. Коллекция. Сейчас перейдем. Я думаю, подсчет здесь не нужен, просто предпоследний монстр. Сейчас прогрузится игра. Так, предпоследний монстр. Давайте сделаем даже вот так. Царицы пустыни это у нас будут. Рассмотрим сразу, я думаю, вейкнутые версии, конечно же. И начнем с огня. Огонь. Сехмет. Привет тебе, Сехмет. Что скажу по поводу и в плане всех этих представительниц всех классов. Действительно, персонажи сбалансированные, персонажи сильные. И ни один из них я бы не назвал кормом. Просто лично мои уже такие привилегии, кто мне больше нравится, я их тоже опишу. И кого бы я хотел бы, конечно же, заиметь для себя. Персонаж по своей классификации помощь, персонаж прикольно одет, классно прорисован. И сиськи. Здесь, конечно же, слова плохого ничего, плохого слова не скажешь, да, плюс тут все хорошо. По скорости средний, стандартный, так скажем, запак скорости для саппорта, это более-менее хорошо, было бы больше, было бы лучше, естественно. По атаке, скажу так, наверное, даже больше, чем стандарт для саппорта, не знаю, зачем это сделано, но сделано так, видимо, еще и дамагу может, в принципе, выписать неплохую. Да, и перейдем к скиллам. Первый скилл атакует врага, понижает его, ее силу атаки на 2 хода. Не знаю, зачем вот это его, ее, блин, лучше бы они другое описание правильно сделали. Силу атаки на 2 хода с 50% шансом. То есть кидает раскол на атаку с первого скилла, это на самом деле хорошо. Да, то есть каких-то там ДДшек можно даже контрить вот этим вот дебафом. Едем дальше, второй скилл. Проклятие красавицы. Атакует всех врагов 3 раза. При каждой атаке с 50% шансом понижает защиту на 2 хода. Также через запятую, я считаю, здесь нужно было бы написать. Повышает шансы скользящего удара и мешает восстановлению здоровья. Почему? Потому что 3 раза атакует монстров. То есть это массовый скилл. Мультиатачный, то есть 3 раза. И с каждой атаки у вас есть шанс накидать, грубо говоря, вот какие-то там вот эти вот 3 дебафа. Дебафы действительно очень полезные. Раскол, гланс, так еще и нельзя отхилить. И все это на 2 хода. Это на самом деле офигеть как хорошо. В плане дамаги, дамагу она наносит реально мизерную, честно скажу. Я видел обзоры всех этих персонажей с подобным скиллом вторым. Дамагу они наносят маленькую. Но этого... Иногда где-то там да и хватает по чуть-чуть, с мира по нитке, и дамаги и хватит для того, чтобы убить там самых жирных монстров. Дебафы действительно очень полезные, и когда я буду оговаривать руны, я вернусь к этому скиллу. Перейдем к третьему. Очаровательный голос, ну прям вообще милашка. Атакует врага и отнимает все усиляющие эффекты и замедляет восстановление навыка до максимальной степени. Что скажу по поводу скилла? Скилл точечный, то есть в одно лицо, выразимся так. Чем он примечателен? Допустим, там самое крутое, это если бафнули там какого-то ДДшку, да, там чуть бы не 3-4-5 бафов накидали, вы берете, ходите с их метой, и она ворует все эти бафы. На самом деле классно, она не просто их снимает, она забирает их себе. И если висят там какие-то бафы на атаку, там какой-то крит шанс и тому подобное, с их мет еще и может навалять в ответ. Меня запри своего парня дома, он подсел на мой голос, это как секс по телефону. За счет первого и второго скилла. Ну это, конечно же, далеко не так, так как Сехмет вы будете одевать как саппорта, да, как нормального саппорта. Ей не нужен какой-то там рейдж, фатал и тому подобные сеты. Да, что еще скажу, и замедляет откат навыка до максимальной степени. То есть откат навыков перейдет, назовем так, в ноль. То есть все скиллы, которые вот второй, третий там скилл, они вновь будут на откате. То есть опять персонажу придется там ходить несколько ходов, чтобы походить вторым и третьим скиллом. Действительно крутейший скилл на самом деле. Не всегда он будет полезен. Как минимум вторая часть его будет полезна всегда. К примеру, да, там какой-то часунку законтрить и откатить ей второй и третий скилл, это достаточно хорошо. Та же Хлоя, к примеру, даже если она кого-то бафнула,
даже кого-то бафнуло, то есть вы снимете бафы, а потом вот проходит вот это вот замедление отката навыков. И действительно классно тем, что она сначала снимает бафы, а потом уже, так скажем, вот это вот вторую свою каку накидывает на персонажа. Это действительно хорошо, потому что против иммунитета, допустим, это бы не сработало. Но скажу еще, хотя я не думаю, что это нужно добавлять, конечно же, если вы не снимете иммунитет с цели, не снимете этим бафом, конечно же, вторая часть этого дебафа не пройдет, то есть вы не откатите скилл, и я надеюсь, это многие понимают, но оговорить это я должен был. Теперь рассмотрим руны. Руны, я считаю, на нее идеальным вариантом, это будет все-таки Despair. Почему? Потому что второй скилл, смотрите, если просто так задуматься, массово вы можете накидать на всех 3 дебафа, так еще и иметь возможность всех застанить. Это офигеть как неплохо на самом деле, накидать 3 дебафа, застанить всех, так после этого еще, к примеру, у вас походит какой-то ДД массовый, типа там, ну, допустим, Акмамера, да, тоже неплохо с ней в пати закатит. И своим третьим скиллом просто аннигилирует. И действительно, я вот только сейчас задумался, с Акмамером Сехмет заедет просто как, ёпти, как девочка в первый класс. До окончания школы мы все должны трахнуться. К 22 годам приговорили преподавательницу английского за секс с несколькими старшеклассниками. Действительно, очень хорошо. 3 дебафа плюс стан. И по всему этому делу сходит, к примеру, еще и какой-то там Акмамыр. В пати для них я уже вижу. Пати приблизительно такое. Бернард, можно поставить его в лидеры. Сехмет, какую-то там, допустим, Меган, которая, опять же, разгонит Акмамыра. Акмамыра можно сделать там чуть бы не самым медленным куском. То есть там 110 скорости, ему с головой будет. Походит Бернард, все хапнет по скорости. Потом ходит, допустим, Сехмет, ну, либо Меган. Я советую, чтобы походила сначала Меган все-таки. Чтобы Сехмет даже вторым скиллом ударила чуть-чуть больнее. Как ни крути, это будет приятнее, согласитесь. И уже после всего этого аннигиляцию всех этих... дело устроит, конечно, Акмамыр, ну, либо подобный персонаж с массовыми скиллами. Это действительно классно сработает. Но это такая примечательная пати, которую я вот с головы от фонаря сейчас набрал. А таких пати можно собрать очень много, и вы представляете, как это все можно интересно сделать. Второй сет все-таки, если у вас нет хорошего Деспайра, на нее можно поставить, естественно, Виолент. Почему Виолент? Потому что чаще она будет использовать свой второй скилл и третий скилл. Да даже первый скилл где-то на кого-то там накидать, это тоже будет приятно этих дебафов, типа вот раскола на атаку. И если задуматься так, смотрите, у нее с, получается, со всех скиллов 4 полезнейших дебафа в игре. Это действительно круто. Если бы у нее еще было бы замедление, допустим, вместо скользящего удара, то есть гланца, было бы, наверное, еще круче. Но где-то в каких-то моментах вот этот вот скользящий удар не даст вашему противнику критануть по вам, навешать всяких дебафов и гадостей вам натворить. Да еще и дамага будет очень слабая. Поэтому персонаж действительно крутой. И вот она, и вот представительница еще ветра, если говорить огонь, допустим, ветер и вода, их хотя бы хоть более-менее хоть, ну, хоть какой-то есть шанс получить, потому что свет тьму я вообще забуду, и это явно не для меня первородки. Поэтому как-то так. Да, я не говорю, что она мне вот кровь с носа нужна, но я под нее не отказался. Да, было бы неплохо. И лидерка, да. Увеличит здоровье союзников на 33%. Лидерка работает везде, она подобна Веромосу, то есть довольно-таки полезная лидерка. Где-то вы ее сможете и поюзать. Даже на арене, на ГВ и так далее. Да, едем дальше. Бастет или Бастет, не знаю как, кто или Бастет, кто как выражается, тому так и удобно, я, возможно, буду по-разному ее называть, тоже персонаж по классификации помощь, а вот у нее, вы видите, защиты, так скажем, побольше. Вот теперь я могу быстро сравнивать, не переходя, защиты чуть-чуть больше, но это, наверное, где-то даже и приятней, но атаки значительно меньше, поэтому вот такой персонаж, как Сехмет, может навалять чуть-чуть сильнее за счет того, что ворует бафы, и с этих же бафов действительно неплохо дать-то по жопе. Вот, что расскажем и поговорим об этом персонаже. Ну, по поводу статов вы сами все прекрасно видите. ХП чуть-чуть отличается. Первый скилл то же самое. Атакует всех врагов 3 раза при каждой. Это, по-моему, то же самое. Да, второй скилл у нее абсолютно идентичный представителю огня. Идем дальше к третьему скиллу. И чем она интересна? Кстати, кто видел анимацию этого скилла? Это просто чума. Действительно, этот цветок вырастающий... Блин, ну класс, вот действительно, разработчики хоть в этом плане, они там себе вот этот вот свой уровень все повышают и повышают, это действительно прикольно, анимация скилла божественна. Да, иногда она даже задалбывает, хотя у меня нет персонажа, но я посмотрел просто обзоры, иногда задалбывает анимация третьего скилла, потому что долго-долго анимация идет. Такие дела. Но поговорим о скилле. Атакует врага и провоцирует его на 2 хода. Сразу же будем рассматривать, то есть это агр на 2 хода.
вы знаете, цель в агре не сможет юзать никаких скиллов, кроме первого скилла. Ничего, то есть, делать. По сути дела, агр, конечно же, может снять союзник Веромос, который находится в пати с тем персонажем, кого вы заагрили. Но, к примеру, если Веромоса нет, то это вообще все чудненько произойдет. Почему? Потому что, опять же, такого персонажа, как Хлою, да, если она затупила и, допустим, походила либо позже вашей бастет, либо затупила и не сходила там третьим скиллом, вы два хода можете на себе держать Хлою. А Хлоя, вы знаете, дамаги особо не нанесет, и когда мы рассмотрим вторую часть и третью этого скилла, вы поймете, почему вообще дамага ей не страшна. Обретает щит, поглощающий урон и иммунитет на два хода. Степень поглощения щита пропорциональный твоему уровню. Пропорциональный твоему уровню, насколько мне объясняли и насколько я понимаю, но опять же, описание может быть неверным. То есть вариантов здесь два. Либо просто от количества хп, либо так, как оно написано. Пропорциональный твоему уровню. Насколько я помню, я вот здесь могу чуть-чуть буквально ошибиться. По-моему, 120 хп за один уровень. Так как у нее 40 уровень, то есть это легко посчитать, это сколько там, 4800 хп. Много это или мало, я не знаю, считать вам. В лейте, конечно же, это вообще мелочи. 4800 хп, то есть дополнительно в щите, это мелочи. Ну, даже где-то это количество спасет вас и добавит бастет выживаемости. Если же работает от хп, то есть как это посчитать, я точно не знаю. Ну, чем больше хп, тем больше. Опять же, это зависит от описания и правильности работы скилла. Здесь я вам не соврал один из двух вариантов. Но, по сути, это не так уж сильно и важно. Самое главное, что вот действительно, она еще и иммунитет на два хода получает. То есть смотрите, если вы заагрили цель, которая вам не нравится, там либо она ходит противными скиллами, там бафы какие-то навешает, там либо снимает с вас бафы, то есть вы агрите эту цель, она два хода по сути дела сделать ничего не может, бьет вас первым скиллом, бьет слабо, скорее всего даже щит не пробьет, так еще и дебафов никаких не навесит, потому что на вас висит иммунитет. И все кто другие персонажи, которые будут бить в этот момент бастет, то есть они не накинут никакой иммунитет, понятное дело, на ней будет, ой, не накинут никаких дебафов, потому что на ней будет висеть иммунитет. Вот такие вот дела. Персонаж очень неплох, но скажу так, лично в мою пати она меньше всего бы заехала, вот честно. Если бы мне дали выбор, я бы очень долго бы метался между огнем и ветром. Вот честно, огонь и ветер, это был бы для меня вот что-то, блин, кого же выбрать, кого? Я бы, наверное, монетку кидал или котика бы кидал бы, если попал бы на спину. Хотя нет, там был бы один вариант. Такие дела. Вот, и лидерка увеличивает защиту союзников в подземельях на 33%. Опять же, неправильное описание. Ну, чё за бред? Ну, вот скажите, вот они, главное, в первом они написали, понижает его, либо ее. Господи, кому это нахрен нужно? Все персонажи. Персонаж, это, ну, в общем, не нужно этого было делать, я считаю. А уж лучше переведите правильно все вот эти лидерки для того, чтобы даже я где-то не давал какую-то дезинформацию. Это ужас. С другой стороны, я могу сидеть на английском клиенте, но где-то таки все-таки большая часть зрителей меня понимать не будет. И я вот просто наведу на лидерку, я ее могу прочитать на английском, но от того, что я прочитал, погоды вам не улучшило, правильно бы это. Поэтому стараюсь на русском клиенте сидеть для того, чтобы и для меня было отчасти понятнее, чтобы я там где-то не вспоминал какие-то английские слова и не задумывался там перед тем, как вот снимаю, допустим, гайд. В общем, лидерка ее работает везде. Да, суки, разработчики. Хатхор. Или Хатхор. Господи, это вообще мечта Рафика просто. Хатхор. Да, в плане статов вы видите, по сути дела, ну, что-то среднее между ними двумя, просто чуть-чуть больше атаки, чем водяной. Короче, по поводу статов, вы видите, они действительно схожи. То есть, тоже персонаж по классификации помощь. Итак, рассмотрим ее. Первый скилл, силу атаки, в общем, то же самое. Я так проверяю для себя, но, я так понимаю, дальше будет одно и то же. Второй скилл. Атакует врага и снимает все усиляющие эффекты 75% шансов. Усыпляет врага на один ход. Сладкий сон называется. Приснится тебе там темный властелин какой-то. Вот. Что скажу по поводу скилла. Атакует врага, снимает все усиления. Именно снимает, то есть не забирает. То есть здесь нельзя попутать, конечно же, с третьим скиллом огненной представительницы. Просто снимает, клинсит все бафы, которые есть на цели. И что там еще? Усыпляет. А, нет, и усыпляет врага на один ход. На самом деле это прикольно. Допустим, какая-то Хлоя бафнула какого-то ДД, и вы не хотите, чтобы он походил сейчас прям, да, либо помешал вам. То есть вы ему можете... Да, вы видите, у меня уже второй кот в доме, это Масяня, если что. Вон, да-да-да, вот это черное существо. Масяня, помахай всем. Выбрал свое место, ему холодно на улице, там у нас дождь идет, поэтому пока Рыжик на кухне, взяли Масяню в комнату, потому что они дерутся, сучки такие. Да, оба самца.
Ну, вы понимаете. Вот. Что еще скажу по поводу второго скилла? Привет, Марьяна. Что еще скажу по поводу второго скилла? Действительно, усыпить того, кого бы вы не хотели видеть сейчас в данный момент в бою, это тоже на самом деле прикольно. Еще не знаю точно, как апаются у нее скиллы. Мне кажется, еще вот этот вот шанс снять дебафы 75%, мне кажется, он повышается до 100%. Но я не могу этого знать, я не хочу гадать. Те, у кого есть это хардкор, можете написать комментарий, я буду не против узнать, что же. Я так понимаю, кулдаун тоже понизится до 3 ходов. Это обязаловка, да, для скилла. Идем дальше. Третий скилл. Отложенное обещание. Типа обещал, но через 3 года выполнила. Ладно, понятно. Понижает индикатор атаки всех врагов на 75% и усыпляет их на 2 хода. Вообще, скилл на самом деле чума. Я видел его в действии. И второй скилл, вот, кстати, я не заметил. Как точно там анимацию, я просто не помню. От третьего скилла анимация классная. И вообще скилл, если задуматься, если у ваших врагов, допустим, нет виолента, либо у них просто не прокнет виолент после второго хода, то это даст вам возможность выиграть 3 хода над любым противником. Почему? Потому что, смотрите, вы понизите индикатор атаки на 75%. А если ваша хардкор походит чуть бы не первая, ну пускай даже вторая вашей пати, это понизит им атак бар до нуля. Если, опять же, на всех сработает, конечно, вы это тоже должны понимать. И для такого персонажа, как хардкор, чуть бы не сотня точности, это просто must have для того, чтобы ее третий скилл работал как можно чаще. Конечно же, есть 15% резист абсолютный, как я его называю, но все же скилл будет достаточно часто проходить, нежели если у вас будет там 10 или 20 точности, либо вообще там чуть бы не 0. Ну, понимаете, о чем я говорю. Вот. То есть вы понижаете индикатор до нуля, так еще и усыпляете, если все хорошо произошло там. Господи, ну он и ест. То ужас, этот Масяня. Ай, у него проблемы еще и с хрипом, вот это вот, с легкими, поэтому он у нас такой немножко бронхитный котик. По поводу третьего скилла, то есть вы еще и усыпите в теории всех на 2 хода, а там вы уже такие, знаете, стали вот так вот почесывая бородку там, или не знаю что у вас, помаду поправляя, если у девушки. Вот, вы уже выбираете ту цель, которую вы хотите вот шотнуть. И советую, конечно же, в пати с хатхором не брать каких-то массовых ДД, потому что вы друг другу будете мешать. Хатхор заслипало, а потом вы походили массовым каким-то скиллом. Ну, в общем, не думаю, что это стоит объяснять, вы сами себе же помешаете. То есть с ней в пати очень хорошо заедет там какой-то точечный ДД, типа там, ну, кого можно взять. Допустим, тот же Ифрит водяной, да, Теомарс очень неплохо с ней заедет. То есть Теомарсом вы сможете выбрать какую-то цель, которую вы захотели бы там, так скажем, добить. Либо убить первой там какую-то часунку, либо Хлою, там уже вы будете выбирать сами по обстоятельствам. Вот, и перейдем к третьему скиллу. Навык лидера увеличивает стойкость союзников на 41%. Ну, здесь хоть без всяких дополнений подземелья, да. Лидерка тоже работает везде. Что в плане рун расскажу. Кстати, я еще о рунах, вот сейчас я вернусь сначала к водяной, я не помню, просто рассказал, нет, но все-таки расскажу в плане рун. На этого персонажа можно поставить, опять же, либо Деспайр, либо Виолент. То есть такая же история, как я рассказывал про огонь. Точно такая же история. Во второй слот можно поставить даже контратаку, либо фокус, для того, чтобы у вас чаще работали скиллы, то есть повысить вот этот вот, ну, точность и шанс срабатывания скиллов. Да, не шанс срабатывания скиллов, а шанс наложения дебафов. Это разные вещи, потому что у скилла-то может 100% быть шанс срабатывания, а вот пройдет ли на цель или не пройдет, это уже зависит от вашей точности и резиста врага. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Не забывайте об этом. Да, это я буду часто говорить. Вот, в плане хатхор, что бы советовал на нее? Ее можно одеть даже в третий вариант. И я бы, наверное, ее одел бы. То есть это персонаж, который тоже не помешал бы быть в моей коллекции, да. Не пылилась бы она. Я бы ее одел бы, наверное, в скорость. Да, я бы ее одел бы в скорость. Деспайр ее одевать нет смысла абсолютнейшего. И мы его даже и разбирать не будем. То есть для нее два варианта. Либо быстрый виолент, то есть во второй слот стабильная скорость, чтобы вы там не одели. 100% скорость. И желательно самую лучшую вашу там чуть бы не руну одевать. Вот. Я бы одел бы на нее скорость для того, чтобы она ходила там чуть бы не первой. Возможно, не быстрее там моего Бернарда и тому подобных персонажей, но чтобы скорости у нее было в сумме около 200. Это будет на самом деле хорошо. То есть, если она походит даже второй, третий, ну, вы вряд ли ее сделаете со скоростью там 250, 300, вряд ли. Но будет хорошо, если она будет быстрой. Советую сделать вам комплект Swift плюс ответ, либо фокус.
Я бы, наверное, даже фокус поставил для того, чтобы догнать ей около 100 точности, крит шансы и все вот эти вот понятные бла-бла-бла не нужно, как можно больше хп, то есть хп, скорость и точность. Это для нее три офигеннейших показателя. Дальше смотрим. Свет. Исида или Исида или Исида, ну, наверное, Исида, мне кажется, все-таки как-то так. В плане статов, ну, они все как-то вот подобны, согласитесь, все действительно подобны. Скорость у всех 99, такие дела. Первый скилл все-таки посмотрим, да, то же самое. Второй скилл атакует, ага, то есть то же самое, точно такой же абсолютно скилл, как и у Ветреной. И не будем рассматривать ее еще раз. Третий скилл, конечно же, чем и интересен этот персонаж, и многие скажут, что она действительно в этом плане абсолютный топ, но не всегда. Персонаж очень интересен, потому что по уникальности он, наверное, второй в игре персонаж, у которого есть подобная штука. Вот, забвение вводит всех врагов в забвение и препятствует использованию навыков с откатом на 2 хода. Пассивные навыки не активированы во время забвения. Вот. Что скажу, к примеру, скилл чем будет полезен? Если против вас, к примеру, вот такая пати, знаете, я даже составлю такую идеальную пати, на которую должна была бы напасть Исида. Это Веромос в лидерах, Дарион, так, Веромос, Дарион, третий у нас будет стоять, кто у нас будет стоять, кого мы поставим, Ахман, допустим, Ахман, и четвертый, ну, допустим, Перна, да, к примеру, Перна. Вот поставим вот этих вот четверых. Я знаю, что много персонажей-пассивщиков есть, но вот этих четверых мобов представьте против одной вот этой вот Исиды, которая на них нападает. Не говорю там один против четверых, но сам факт. То есть она в теории походит своим третьим скиллом и на всех них накидает забвение. То есть, а что такое забвение, если рассмотреть ифрита огня? Вы знаете, что такое забвение. То есть персонаж не сможет использовать свои пассивные навыки. То есть пассивный навык будет исключен. Выключен, не работать, как еще это выразить, я не знаю. То есть Веромост не будет снимать дебафы, не будет подхиливаться. Дарион, у Дариона не будет работать пассивка. Кого я там еще рассматривал? Перна не будет подхиливать. Плюс, кстати, она не воскресится. Это немаловажно. И кого еще там взял? Ахмана. Ахман не будет подхиливать. То есть, в общем, один персонаж, по сути дела, аннигилирует просто всю пати. Это прикольно, но согласитесь, она не всегда и не везде заедет. Если в пати будет один персонаж типа там Дариона, либо Веромоса, ну, наверное, не стоит брать Исиду против одного персонажа. Ну, хотя, почему бы нет? Потому что, вы видите, она еще и препятствует использованию навыков с откатом на 2 хода. То есть персонаж не сможет использовать свой второй скилл и третий еще 2 хода. То есть откат делает на 2 хода второго и третьего скилла. Это тоже достаточно хорошо. Почему? Потому что, допустим, Веромос не сможет походить вторым скиллом. Кто там? Дарион даже не может походить вторым скиллом. Ахман не походит вторым скиллом. Перна не походит вторым скиллом. Только смогут использовать лишь свой первый скилл. Это на самом деле тоже классно. Но все-таки персонаж более такой ситуативный. То есть вы понимаете, максимум своей полезности она раскроет против двух и более пассивщиков, конечно же, в пати против вас. Но персонаж действительно отчасти вот уникален этим. И анимация скилла классная. В общем, я ставлю лайк персонажу. Действительно классная идея. Я вот когда только или ифрита огненного, я уже в каком-то из видео прогнозировал, что введут когда-то персонажа с чем-то подобно массовым. Я считал, что это будет, и вот видите, я не ошибился, да, прям. Ракис Ванга, да. И перейдем к лидерке. Увеличить силу атаки союзников на 33%. Ну, лидерка, да, не самая полезная, вы понимаете. То есть лучше даже поставить, наверное, на ХП, на защиту. Ну, в общем, опять же, использовать какую лидерку, это лично сугубо ваше дело. Конечно же, самая лучшая лидерка на арене — это скорость. Как ни крути, если вы тем более атакуете. В защите это, наверное, там ХП, резист, защита, бла-бла-бла. Вот, по поводу рун, что скажу о ней. Наверное, ее я бы тоже сделал скоростной. Но вот, в отличие от других персонажей, ее можно даже, наверное... Что сказать, наверное, даже одеть в хотя нет, Деспайр я бы ее не одевал, если честно. Я бы одел ей все-таки Виолент, либо вот, вы знаете, в лейте такой комплект, как Свифт, он, скорее всего, будет пылиться и валяться. Либо вы оденете Бернарда, вот на кого будет в лейте использоваться ваш Свифт. Это Бернард, это Хлоя какая-то, к примеру, кто еще, Спектра. Ну,
реально очень мало персонажей, которым вот в лейте очень хорошо закатывает свифт, то есть скорость. И то, если так задуматься, по-моему, Виолет закатит на любого персонажа и будет действительно чудно работать. Если у вас, конечно, очень крутой Виолет, вы играете в игру, наверное, 1.5-2 года, если не больше, тогда, возможно, у вас такие руны есть. Но на нее я бы поставил свифт плюс фокус. Да, фокус, я думаю, также обязателен будет для того, чтобы просто чаще проходило все вот это забвение, так как тоже скилл-то 100%, а вот пройдет-не пройдет, зависит от точности и резиста. Нептис или мне Нептис, какой-то сепсис, блин. В общем, ладно. По поводу, опять же, скиллов, статов, вы видите, подобная ситуация, и, наверное, и хорошо, что они не особо друг от друга отличаются. Первый скилл точно такое же дело. 3 раза, бла-бла, то есть, в общем, второй скилл такой же, как у огня, такой же, как у воды. Если что, можете вернуться и почитать его описание, либо, если забыли, послушать еще раз. Смертельное обольщение пассивный обретает иммунитет к эффектам бездействия. Враги не могут противостоять эффектам навыка. Что скажу по поводу этого персонажа, честно, ее нужно тестировать. В одном из стримов мне даже предлагали ее протестировать, но, уверяю вас, я настолько сейчас занят и работой, и видео, и ответами подписчиков, потому что подписчиков все больше, и когда-то мне в день писало человек 10-20, сейчас мне в день пишет и 100 человек порой, поэтому я просто занят, и рассказать по поводу третьего скилла я вам 100%, честно, не могу. Лично свое предположение я выдать могу, но вряд ли оно вам чем поможет, но я все-таки его выдам. Мне кажется, вот, в первом плане, я думаю, все достаточно понятно. Обретает иммунитет к эффектам бездействия. То есть, мне кажется, вас нельзя заслипать, вас нельзя застанить, заморозить, бездействие. И мне еще кажется, что нельзя накинуть вот эту вот бабочку, которая не дает там, допустим, использовать какие-то скиллы. Да, есть такой дебаф, то есть нельзя использовать какие-то скиллы. Но вот вторая часть описания, ну вот реально, нужно бы перейти на английский клиент, и, возможно, там понятнее будет, но сейчас я этого делать не буду, так как это займет время. Враги не могут противостоять эффектам навыка. Вот что об этом скажу, мне так кажется, что у вас первый и второй скилл будет работать 100%, если так работает, вот, точнее дебафы, но все-таки, народ, вот моя личная просьба, если вы тестировали Непсис и знаете 100%, как работает ее пассивка, отпишите не в комментарии, что самое главное, а мне в личку, потому что комментарии я могу где-то не прочитать, либо не зайти на YouTube и так далее, то есть не зайти в сообщение, а вот в личку ВКонтакте очень большая просьба к вам, если вы имели возможность ее протестировать и знаете на 100%, как она работает, я потом это добавлю в комментарии видео, либо опишу в каком-то другом своем видео, либо в стримах и тому подобное. Поэтому я просто не хочу обмануть людей, как работает ее пассивка, потому что здесь, ну серьезно, никаких цифр, никаких точных значений, ну ничего. Вот если вот посмотреть на этот скилл, да, вот выпал бы мне этот сейчас персонаж. Чё он делает своей пассивкой? Офигеть. Ну вот здесь действительно можно просто догадываться. Поэтому я думаю, не стоит больше его разбирать, этот третий скилл. А кто знает на 100%, как он работает, напишите мне, пожалуйста, в личку, так как, извините, я знать все в игре не могу, тем более персонажа недавно ввели в игру, поэтому, уверяю вас, протестировать у меня возможности его пока что не было, уж тем более самолично. Кстати, вот, навык лидера увеличит скорость атаки на 24%, работает везде и один из полезнейших навыков, почему потом лидерок, потому что работает действительно везде, закатит и на арене, и на ГВ, где еще там в данжах, ну, короче, работает везде. Что в плане рун? В плане рун я тоже посоветовать сейчас 100% не могу, хотя у меня назревает обычный мой ответ, это Виолент плюс контратака, либо фокус, но все-таки смотря как работает ее пассивка, и от этого уже нужно плясать. Ну, уверяю вас, если вы поставите Виолент плюс контратаку, либо фокус, вы вряд ли в чем проиграете с этим персонажем. Да, то есть единственный еще вариант, неплохой, я думаю, будет, это Деспайр. Деспайр, почему? Потому что второй скилл массовый, даже первым скиллом вы будете часто станить, поэтому тоже Деспайр неплохо закатит, если он у вас хороший. Если Виолент еще круче, то можно поставить и Виолент. Хотя я не знаю, к чему я больше склоняюсь, Деспайр либо Виолент. Ну, наверное, будет зависеть тоже и от ситуации каких-то. Вот, дела такие. Масяня, веди себя хорошо. Вот. Так.
Я думаю, этот гайд был вам чем-то интересен. Кстати, народ, если вам интересны сделки, вы хотите продать, купить, обменяться аккаунтами, вы знаете, я этим активно сейчас занимаюсь. Буквально до вот записи этого гайда у меня прошло 4 сделки. Люди комментируют, люди оставляют свои рекомендации в группе. И надеюсь, я многим помогаю. И если вы хотите проконсультироваться насчет того, купить, продать, я вам с этим всегда, конечно же, помогу. Этот котяра, блин, отвлекает меня. Да, так что обращайтесь, и мы договоримся. Сразу скажу, я не консультирую по ценам. Я не говорю, стоит аккаунт там вот этих-то денег или не стоит. Я не говорю, лучше тот аккаунт, чем, к примеру, ваш аккаунт, либо наоборот. Я просто делаю так, чтобы сделка прошла со 100% вероятностью для вас качественно, так же, как и, допустим, для покупателя, либо продавца. То есть все проходит четко, ни одного кидалова не было, ни одного плохого отзыва обо мне в этом плане уж точно нет. Я, может, кому-то там не нравлюсь, как говорю, как еще что-то, но в плане сделок и финансово здесь у меня всегда все четко, все красиво, как в банке. Хотя нет, банки, сука, и то кидают. Вот, поэтому, да, добавляйтесь, друзья, читайте описание, не забывайте читать описание всех этих видео, потому что там достаточно часто полезная информация, которую вы пропускаете, да. Добавляйтесь, друзья, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в группу, которая есть в описании, нас там становится все больше, и реально, если вы не подписаны, то там не хватает вас, и даже отчасти ваших вопросов, на которые новички, которые зашли, прочитали этот вопрос, на ваш вопрос ответили, и они уже не задают, допустим, этот же вопрос опять же через 2 минуты. Надеюсь, что они не будут этого делать. Смотрите мои гайды, смотрите гайды те, которые я сделал давным-давно, чтобы не задавать вопросы мне в личку. Тем более о таких персонажей, а то печально. Снимаешь вроде бы рандомный гайд буквально 2 дня назад, а тебе на следующий день пишут, как одеть персонажа, как он вообще, что ты о нем можешь рассказать. Это такие бредовые вопросы, что просто хочется посылать. Действительно хочется посылать, потому что нервов не хватает на таких людей. Ты тратишь свое личное время, ты делаешь это, по сути дела, бесплатно. Да, то, что меня как-то благодарят финансами, это я тоже за это, конечно же, благодарен. Но я не требую ни от кого денег. Это делается, конечно же, просто как благодарность людей, которым я помогаю. И на самом деле к таким людям, конечно же, я не могу плохо относиться. Почему? Потому что они мне благодарят, они помогают мне насобирать вот на монитор и на последующие там какие-то комплектующие к моему компьютеру для того, чтобы все качественнее и качественнее были стримы, YouTube-видео и тому подобное. Вы знаете, если сравнить, допустим, то, что у меня было 4 месяца назад на канале, и то, что сравнить сейчас, ну, наверное, сам над собой по чуть-чуть вырастаю. Еще раз огромное спасибо за то, что смотрели это видео. Ставьте лайки, рекомендуйте меня друзьям, переходите по ссылке на Twitch-канал, добавляйтесь, подписывайтесь и смотрите мои твичи. Кстати, не забывайте регистрироваться для того, чтобы иметь возможность общаться со мной, а также со всеми участниками чата, меняться, обмениваться своим мнением и задавать какие-то вопросы. Всем удачи, качайте правильных монстров и одевайте на них лучшие ваши руны. Пока-пока.